Тысячи демонстрантов вышли на улицы столицы Южной Кореи, чтобы потребовать немедленной отставки президента Пак Кын Хэ, которая обвиняется в покровительстве ее близкой подруги, оказавшейся в центре крупного коррупционного скандала. Демонстрация состоялась через несколько часов после того, как оппозиционные партии внесли в парламент проект резолюции об импичменте президента. Голосование состоится 9 декабря. Сама Пак Кын Хэ выразила готовность покинуть свой пост, когда для этого будут созданы необходимые политические условия.